Губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи пришлось приносить публичные извинения за свою команду. Выяснилось, что его помощница дала распоряжение закрыть для транспорта большую часть моста между Нью-Джерси и Нью-Йорком, чтобы создать проблему мэру-демократу города Форт-Ли Марку Сколичу, который не захотел поддержать Кристи на выборах в ноябре прошлого года. Форт-Ли находится у выезда с моста. Крис Кристи – претендент на номинацию в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах в США. И разразившийся скандал может помешать его планам. «Я пришел, чтобы извиниться перед жителями Нью-Джерси», – сказал губернатор. «Я приношу свои извинения жителям Форт-Ли, а также законодателям штата. Я испытываю стыд и унижение из-за поведения некоторых членов моей команды». Закрытие трех из четырех полос моста Джорджа Вашингтона, одного из самых загруженных мостов мира, привело к многочасовым пробкам. Кристи утверждает, что помощница сделала распоряжение без его ведома и уже уволил ее с работы.